маленькие звездочки с большими талантами. В областном центре состоялся традиционный творческий конкурс «Созвездие» среди воспитанников детских домов. В концертном зале собрались ребята со всего региона. В сегодняшнем фестивале принимают участники из 9 детских домов. Это порядка 60 ребят, выступающих в самых разных номинациях. Это и танец, это и художественное чтение, вокал. Самые разнообразные жанры представлены. Чтобы запомниться залу, ребята стараются придумать оригинальные, интересные номера. Конкурс для участников значит очень много, поэтому готовиться к выступлению они начинают за несколько месяцев. Все продумано до мелочей. Например, даже в, на первый взгляд, простом и зажигательном танце есть своя история. Есть немного грусть, ну а так веселый. Там у мальчиков, у двоих мальчиков день рождения, и мы должны были подарить им подарки. У нас есть главная героиня, она играет то, что забыла про подарок. Вот. Ну, потом она подарила вместо подарка объятия. И все начали играть. Театрализованное чтение стихов, современная хореография и эстрадный вокал. Такого разнообразия зрители этого конкурса еще не видели. С каждым годом выбирать лучших жюри становится все сложнее. Ну, элементарные знания и плюс еще, конечно, у них возрастная номинация. То есть каждый должен определенно владеть в той или иной номинации знаниями и умениями на свой возраст. Жюри оценивает, там сидят специалисты, каждый оценивает свою студию, свое направление. Победители традиционно отправятся на всероссийский конкурс талантов среди воспитанников детских домов. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.